Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 августа. Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый, калужский чудотворец, жил в начале 16 века в полуверсте от Старой Калуги при лесном храме в честь Рождества Христова, стоявшем наверху горы. Из его хижины был прокопан подземный ход в церковь, где он слушал богослужение. Бывал он и в доме калужского князя Симеона Иоанновича. Предполагает, что блаженный Лаврентий происходил от боярского рода Хитровых, потому что его именем начинался их родовой помянник в Премышльском Лютиковом монастыре, находившемся в Калужской епархии. Зимой и летом блаженный ходил босой в рубашке и в овчинном тулупе. Подвигами самоотречения он возвысился до того, что еще при жизни прославился благодатными дарованиями. Когда в мае 1512 года крымские татары напали на Калугу, блаженный Лаврентий, бывший в доме князя, внезапно закричал громким голосом: «Дайте мне мою секиру острую, псы напали на князя Симеона, надо оборонить его!» Сказав это, он схватил топор и ушел. Внезапно оказавшись на насаде корабле рядом с князем, праведный Лаврентий укрепил и ободрил воинов, и они в тот же час победили врага. С топором в левой руке, насаженным на длинном топорище, он изображается на иконах. Вероятно, что князь Симеон, умерший в 1518 году, обязанный праведнику своим спасением, устроил в его память иноческую обитель на месте подвигов святого. Скончался блаженный Лаврентий 10 августа 1515 года, очевидно, в день своего тезаименитства. Известно, что память святого чтилась, кроме того, и 8 июля. Прославлен блаженный Лаврентий, по-видимому, во второй половине 16 века. Так царь Иоанн Грозный в жалованной грамоте монастырю 1565 год писал: «Монастырь Рождества Христова, где лежит Лаврентий, Христа ради юродивый». В житии первое посмертное чудо записано под 1625 годом, исцеление параличного боярина Калагривого, который выздоровел после совершения молебны святому. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.